мы сюда ездили, к этому. Стой, стой, стой! Бедный Олег Васильевич. Так вот твою машину, и там одна сумка, если там пишет новый завет, и на слово можно не отпустить. Подожди, сейчас я для батюшки книги подарю, как тут перевыть не дай. Сейчас мы пойдем туда. Заходите туда все. Заходите с тобой. Какие вы хорошие, пришли? А молодые говорили, пришли, не пошли. А вы сказали, подумаю, а сами пришли. Кто лучше поступил? Вот ты пришел же, господа. Ну вот, молодец, молодец. И дедушка бабушка вот эти пришли тоже яйца. А еще где-то дедушка один. Он бежит. Или впереди. Он сюда попадет. Да, дядя, тут пока в тенечке побудьте. Иди туда. Здесь пока побудьте нас, подождите. Мы я вам не на каждом должен объяснять, почему люди приедут. На каждой фотографии. Ты что, вылазишь? Ну, меня же, понимаешь, нет, я вот эта фотография, это не на один день. И спрашивают, а почему? Вы знаете, что у вас место было дверь и видно? Ну, подожди. Сейчас этот... ушел Игорь. Маленько подождите чуть-чуть. Сейчас Игорь подойдет. Посмотри, кто кого закрывает. А твое лицо наполовину не видать из-за этого. Ты смотри, твоя голова только до носу будет. Ты еще сама себя тут поставь. Вот так. Так, чтобы было видно. Видно, чтобы не прятать. Не надо, не надо. Первый можете сесть на пол, пожалуйста. Предупреждайте. Подождите маленько. И мы пойдем к батюшке. Никто не пришел. Кто хочет сидеть? Пожалуйста. Давай скорее, браток. А все, ты всю сумку взял. О, снимай, сфотографируется надо. Витя, потом ты встанешь, чтобы все постепенно попали. О. Давай. Не моргаем, братья и сестры, улыбаемся. Давайте, на фоне храма. Ты мне сапоги закрыл. Самое главное. Самое главное, мое оружие закрыли. Сапоги. Внимание. Врага. Сделай разные снимки. Получилось? С разных сторон. Обойди, чтобы некоторые листики попали, лица не закрыли. Хорошо. Молодец. Вот, давай, давай, давай. Встань сюда, Володя. Встань сюда, он сфотографирует. Так, встань, чтобы с ребятами. Ты опусти маленько его ниже, чтобы тебе лицо не закрывало аппаратура. А я нормально у меня. Так, кто-нибудь Витю сфотографируй, сходи. Вон, Вера. Давай, брат, падай. 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 Так, Женя, залазь туда. Женя, садись. Вот так. Место какие? Чтобы храм было видно. Чтобы храм трех было видно. Мы сейчас все пойдем к батюшке. Где ВК это? Вот.
Еще сделай, еще. Ну, да? Позиции, давай, люди пусть войдут. Лучше. Да, низкий, конечно. Сейчас я уйду. Все, понимаем. Все, пошли к батюшке. Платье подними, чтобы их попало не было. А если вон там есть, мы Здесь? Через этого фонарного. Ничего на 53. И скажи, вот, для слова Божия я тут, как там зайдите, посмотрите в храм. Нельзя. Закрыты? Крестик. Давайте зайдем все вместе, помолимся в храм. Зайдите в храм, помолимся. Все в храм, заходите, помолимся. Просто приехали, ну как бы, ну сколько всего благовестия, рассказать людям, все пригласить, чтобы храмы наполнялись, хотел ведут. Не иду же, приходишь, и все сидят по домам, и не должны быть здесь. Работаете сколько? Вот и должны не ходить. 6 дней работаете, 7 отдыхай. Бог для нас 6 дней трудился, а мы 1 день не хотим потрудиться. Это же ужас. Понятно, что воскресенье у кого-то интересно, у кого-то свадьба, у кого-то там юбилей, не запрещено. Кто-то поросенка держит. Батюшка попросил выйти, все, вопрос решен. Час, пока крест, сказал не заходить. Он хозяин, поэтому надо сразу подчиняться. А так где зовут? На столе там. На столе.